Рок Хадсон. Омраченная репутация и двойная жизнь. Из Рока Хадсона, обладающего ростом 195 сантиметров, острым подбородком, звучным голосом, темными волосами и невероятно привлекательной внешностью, с легкостью мог бы получиться идеальный Супермен. Именно так выглядит герой в представлении большинства. Конечно, созданный Хадсоном персонаж имел бы не только внешнее сходство. Актер придал бы образу глубину, ведь он бы сразу опознал личность, живущую двойной жизнью. Голливудская звезда на протяжении всей карьеры была кумиром женщин, однако имела свои секреты. Для своих друзей, любовников и родственников он был одним, а для публики совсем другим. Самое удивительное, что, судя по всему, он не страдал от необходимости скрывать свои пристрастия, а был настоящим актером, которому комфортно во всех ролях, которые он играл даже в жизни. Один голливудский продюсер однажды назвал Хадсона «прекрасным принцем», и это подходящее прозвище для человека, чья жизнь по большей части напоминала сборник рассказов. Рок Хадсон стал появляться на экранах в 1950-х и продолжал свою карьеру на протяжении почти 4 десятилетий, снявшись в более чем 60 фильмах. Однако сейчас его имя почти не упоминают. Стивен Киджак, режиссер-документалист, создатель фильма «Рок Хадсон. Все, что разрешено небесами», на вопрос, почему имя актера не стоит в одном ряду с Джеймсоном Дином и Мэрилин Монро, ответил: «Я думаю, это отчасти потому, что в памяти общественности он в итоге сохранился как: «О, Рок Хадсон, это же тот актер, который умер от СПИДа». Ранние годы. Настоящее имя Рока – Рой Гарольд Шерер-младший. Он родился 17 ноября 1925 года в Виннетке, штат Иллинойс. Его мать Кэтрин Вуд была домохозяйкой, а отец Рой Гарольд Шерер-старший работал автомехаником. Во время Великой депрессии Рой-старший потерял работу, и к моменту, когда мальчику исполнилось 4 года, его родители развелись. В 1932-м Кэтрин сделала вторую попытку создать полноценную семью и вышла замуж за Уоллеса Фицджеральда. Мужчина холодно относился к пасынку, но дал ему свою фамилию. Однако и этот брак не продлился долго. Когда Рою было 8, он увидел фильм с Джеки Купером и решил, что тоже станет актером. Он хотел сделать это, чтобы заработать себе на велосипед. Мальчик рос довольно замкнутым и пытался подрабатывать, чтобы помочь своей семье. Он участвовал в школьных спектаклях, но не мог играть, потому что плохо запоминал свои реплики. Именно эта особенность Рока мешала ему сделать первые шаги в актерской карьере. По воспоминаниям, ему потребовалось более 30 раз повторить строчку. Довольно скоро тебе потребуется писать числа поменьше, прежде чем он смог ее запомнить. После окончания средней школы он поступил на службу в ВМС США и участвовал во Второй мировой войне. В 1946 году молодой человек переехал в Лос-Анджелес, где жил его биологический отец. Рок и здесь пытался стать актером. Параллельно он пробовал учиться, но ничего дельного из этого не вышло из-за низкой успеваемости. Ему пришлось работать на низкооплачиваемых работах, чтобы заработать на жизнь. Он был почтальоном, продавцом бытовой техники в магазине его отца. Затем он устроился водителем грузовика, но мечты об актерской карьере не оставляли его. Как Рок рассказывал впоследствии, однажды он купил коричневый костюм из габардиновой ткани и стал парковать грузовик у ворот киностудии в надежде, что его заметят и пригласят на съемки. Восхождение к славе. В начале карьеры Хадсона брали на второстепенные роли скорее из-за его эффектной внешности, а не за умелую игру. Однако и красивого лица было достаточно, чтобы в 1947 году он заключил контракт с агентом Генри Уилсоном. Согласно легенде, именно Генри придумал псевдоним для будущей голливудской звезды, соединив название «Скалы» и «Реки Гудзон». По другим данным, имя Рок предложил один из друзей Хадсона, а фамилию он увидел в телефонном справочнике Long Beach. Уже став знаменитостью, Рок признавался, что ненавидит свой псевдоним. Чтобы сделать из молодого человека звезду, студия вплотную занялась его навыками. Он брал уроки актерского мастерства, верховой езды, учился петь и танцевать. В 1954 году это принесло свои плоды. Хадсон снялся в фильме «Великолепная одержимость», и после выхода киноленты на экраны актер проснулся знаменитым.
Великолепная одержимость обрела популярность и собрала в прокате около 5 миллионов 200 тысяч долларов. Затем последовали ведущие роли в таких коммерчески успешных фильмах, как «Интимный разговор», «Все, что дозволено небесами», «Бенгальская бригада» и других. Они сделали Рока голливудским сердцеедом. Одним из важных в карьере актера фильмов стал вестерн «Гигант», который получил признание критиков и имел кассовый успех. Эта работа также принесла Хадсону единственную номинацию на премию «Оскар». В киноленте партнером Рока была Элизабет Тейлор. Она играла возлюбленную героя. Во время съемок актеры очень сблизились и стали друзьями на всю жизнь. Личная жизнь. В 1995 году Рок женился на Филлис Гейтс, которая работала у его агента Уилсона секретарем. Он сделал это из-за давления прессы, которая задавалась вопросом, почему такой красавчик не женат в свои 29 лет. В интервью, которое актер дал после свадьбы, он сказал: «Когда я подсчитываю данные мне благословения, мой брак возглавляет список». Брак долго не продлился, всего через 3 года пара рассталась. Инициатором разрыва была Гейтс, и причиной она указала моральное насилие. Хадсон не стал оспаривать развод и в течение 10 последующих лет исправно платил женщине алименты в размере 250 долларов. Оба больше никогда не вступали в официальные отношения. Впоследствии, когда прессе стало известно об ориентации актера в 1985 году, Грейс сообщила репортерам, что ее обманули, что она понятия не имела, что ее бывший муж на самом деле гей. На протяжении всей жизни у Хадсона было множество тайных отношений с мужчинами, а также несколько длительных романов, которые он скрывал от общественности. В документальном фильме «Рок Хадсон. Все, что дозволено небесами» один из бывших партнеров актера, Ли Гарлингтон, рассказал о времени, проведенном парой вместе. Он вспоминал, что Хадсон свел с ума руководство Universal, когда они вместе уехали отдыхать, не предупредив студию. Также он отметил, что пара редко фотографировалась, чтобы не вызвать подозрений. В то время как таблоиды писали о гетеросексуальных похождениях Хадсона, голливудские друзья и знакомые мужчины знали о его истинных интересах. Один из близких Рока говорил: «У него были парни, в основном они были молоды и красивы». Записанный телефонный разговор между актером и неназываемым собеседником также демонстрирует, что друзья регулярно направляли к кинозвезде молодых людей, когда ему этого хотелось. У Рока был контакт, кто-то в западном Голливуде, который мог в любой момент прислать к нему великолепного мужчину, сообщил один из его знакомых. Хадсон был человеком, который хорошо понял правила, по которым нужно играть, чтобы быть успешным в Голливуде, и принял их без гнева или обиды. Задолго до того, как он переехал в Голливуд, он понял, что если хочет, чтобы его принимало общество, ему придется вычеркнуть из кадра свою суть, того, кем он был. Цитата из биографии Хадсона «Все, что дозволено небесами» авторства Марка Гриффина. По словам друзей и бывших партнеров, Рок упорно трудился над сохранением гетеросексуального фасада ради своей карьеры. Но в личной жизни у него было много романтических и сексуальных связей. По словам Армистеда Мопина, Хадсон принадлежал к тому поколению гомосексуалистов, которое гордилось своей сплоченностью, тем, что хранило все в секрете, прикрывая друг друга. Кен Мейли вспоминает, что когда он взял актера в гей-клуб, Хадсон не старался быть незаметным, а вполне активно веселился. И даже когда один из посетителей воскликнул на весь зал: «О боже, это же Рок Хадсон!», актер оставался невозмутимым и беспечным. Этот день ужасен. В 1970-х Хадсон переключился на телевидение, снявшись в ряде телефильмов и сериалов. В их число входили «Макмиллан и жена» и «Династия». Роль Дэниела Риса в «Династии» была его последней. В конце 1984 года, когда он снимался в мыльной опере, идущей в прайм-тайм, Хадсон уже знал о своем диагнозе – СПИД. В одной из сцен мелодрамы актер должен был поцеловать партнершу, Линду Эванс. Актриса вспоминала, как снимали эту сцену. Тогда еще никто не знал, что ухудшение внешности и здоровья Хадсона были вызваны СПИДом. «Я плачу, когда вспоминаю об этом. Знаю, что он пытался защитить меня, но в то время я была в замешательстве. Оглядываясь назад, я понимаю, что одной из причин, по которой я так расстраиваюсь, является понимание, что он сделал все, что мог, чтобы мне было хорошо». По воспоминаниям из дневников друга Хадсона Джорджа Нейдера,
Во время съемок сцены Хадсон многократно использовал жидкость для полоскания рта, отказывался раскрыть рот во время поцелуя. Это задевало Линду, она не понимала, в чем причина. Режиссер требовал страсти, и я знала, что Рок умеет страстно целоваться на камеру, но со мной он держался очень скованно. После работы Хадсон пришел к Нейдеру и назвал этот день ужасным. Когда диагноз актера стал известен общественности, голливудское сообщество отреагировало со страхом и отвращением. Оно стало смотреть на Эванс по-другому. К моему шоку, на съемочной площадке были люди, которые не хотели заходить в гримерную, пока там была я. Были люди, которые отказывались работать со мной, поскольку думали, что у меня тоже может быть СПИД. Некоторые мои друзья не принимали приглашений на ужин, вспоминает Линда Эванс. Было так тяжело наблюдать за тем, как жестоко была с ним пресса. Они не понимали, через что ему приходится проходить. Я думала, где же ваши человечность и сострадание? Что не так с этим миром? Болезнь. Документалист Киджак рассказывал, это были времена, когда о болезни мало что знали, поэтому все боялись. Было много страха и отрицания. Я думаю, что Рок пытался справиться с ситуацией, отвергая мысль о болезни и продолжая работать. В начале 1980-х, после многих лет злоупотребления алкоголем и никотином, у Хадсона начались проблемы со здоровьем, которые привели к сердечному приступу в ноябре 1981 года. Ему была сделана экстренная операция по коронарному шунтированию. Актер восстановился после операции, однако не бросил курить. Он продолжал работать, но становился все слабее. О том, что у Рока проблемы с запоминанием текста, было известно давно, но во время съемок в сериале «Династия» его речь стала заметно ухудшаться. Все это привело к тому, что его персонажа внезапно исключили из сериала. Когда Року стало известно о диагнозе в июне 1984-го, его друг Нейдер спросил у него, что ему требуется сейчас. Актер ответил: «Тишина». Его облик, который на протяжении всей карьеры звезды олицетворял мужественность, изменился. Он стал выглядеть изможденно и болезненно. После перенесенной в 1981 году операции Хадсон резко и заметно похудел. В июле 1985-го актер потерял сознание возле отеля «Ритц» в Париже. Его агент сообщил в прессе, что у Рока неоперабельный рак печени. На самом деле Хадсон медленно умирал от осложнений, вызванных СПИДом. Во Францию звезда отправилась в поисках экспериментального лечения. Пресса требовала подробностей, и в конце концов актер решился рассказать правду. Публицист Ян Коллер вспоминает, как обсуждал с ним вопрос, стоит ли придавать огласке его диагноз и стать самым известным в мире человеком, который публично признал этот факт. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Это то, чего они хотят. Иди и брось это им». Когда публике стало известно о болезни, Хадсон сказал Нейдеру: «Боже, какой способ окончить жизнь». Возвращение актера из Парижа было само по себе испытанием. Гриффин сказал, его заставили, можете себе представить, зафрахтовать Боинг 747 за $250 000, чтобы тот доставил его домой в Америку, по сути, чтобы умереть. Ни один коммерческий рейс в то время не захотел перевозить звезду первой величины, больную СПИДом. Рок продолжал лечение в медицинском центре Седер-Синай около месяца. Многие друзья-актеры навещали его в тот период. Элизабет Тейлор, Кэрол Беннетт, Джульетт Проуз. Визит Роди Макдауэлла был настолько удручающим, что его попросили больше не приходить. Актер понимал, что его время истекло. Он хотел вернуться в свой дом, который он называл замком. Врачи возражали, но и сам Хадсон и его близкие думали, то самое худшее может случиться. Он же умирал. В замке Рок то приходил в сознание, то терял его. Он провел свои последние дни в главной спальне, которую он называл «синей комнатой». Внутри стояла кровать из темного дерева с балдахином, украшенная резной скульптурой. К Хадсону были приглашены священник, и Рок исповедался. Несколько религиозных друзей актера посетили его и провели молитвенное бдение. Хадсон, лежащий в бреду, на секунду пришел в себя, открыл глаза, осмотрелся и сказал: «О, привет! Спасибо, что вы пришли!» На смертном одре умирающего утешала близкая подруга Элизабет Тейлор.
«Все держались на приличной дистанции», — вспоминал Гриффин. А Тейлор сказала, что это смешно, и залезла к нему в постель. Прижалась, обняла его. Что-то вроде материнского жеста. Хадсон умер в возрасте 59 лет 2 октября 1985 года. По словам Тома Кларка, в то утро они смотрели The Today Show и выпили по чашке кофе. Том спросил, хочет ли его друг еще чашку, но тот ответил: «Нет, я так не думаю». Кларк ненадолго вышел из комнаты, оставив Рока с медсестрой. Когда он вернулся, медсестра сообщила: «Мистер Кларк, Рока больше нет». Похороны. Том Кларк говорил, что они с Хадсоном однажды обсуждали шумиху на похоронах известных людей, на которых присутствовали. Сам Рок сказал, что не хотел бы такого. Кларк пообещал другу, что будет сопровождать тело Хадсона от замка до места кремации, ни на минуту не покидая его. Пресса узнала о том, когда будут похороны, и репортеры объединились, чтобы заполучить снимки и подробно осветить церемонию. Чтобы не допустить этого, Элизабет Тейлор прислала свою личную охрану. Неприметный фургон подъехал к гаражу, и тело незаметно для собравшихся неподалеку папарацци перенесли в автомобиль. Его доставили в мемориальный парк Grand View в Глендейле, Калифорния. Там тело Рока кремировали всего через несколько часов после смерти. В документе с распоряжениями, которые оставил Хадсон, актер просил, чтобы после кремации его прах был развеян над проливом между Уилмингтоном и островом Каталина. 19 октября Элизабет Тейлор устроила поминальную службу, собрав 150 друзей Рока. Чуть позже она заплатила за установку бронзовой мемориальной доски Рока Хадсона на мемориальной аллее в Западном Голливуде. Отношения с Рейганами. Рональд и Нэнси Рейганы. Тогда они были президентом и первой леди США. Состояли с Хадсоном в давних приятельских отношениях. Однако они отвернулись от него, когда узнали, что он болен СПИДом. Согласно биографической книге Кейт Андерсон Брауэр, Элизабет Тейлор «Упорство и гламур иконы», Рейганы отказались помочь ему попасть в экспериментальную программу, которая могла бы продлить ему жизнь. Брауэр пишет, что бывшая первая леди была шокирована изможденным видом Хадсона на вечеринке в Белом доме в 1984 году и написала актеру, предложив ему проверить родинку на шее. Он последовал ее совету, и именно дерматолог, проводивший биопсию родинки, сообщил Року, что у него СПИД. Год спустя, за день до того, как Хадсон обнародовал свой диагноз, его публицист Дейл Олсен отправил телеграмму Рейганам. Рок находился в Париже в поисках экспериментального лечения, и в мире была только одна больница, утверждал Олсен, которая потенциально могла бы спасти ему жизнь или, по крайней мере, облегчить течение болезни. Дейл попросил Рейганов позвонить и попросить поместить Рока в эту больницу, однако они этого не сделали. Тем не менее, Рейган все же конфиденциально звонил Хадсону в его парижскую больничную палату, где он лечился в июле 1985 года, и опубликовал заявление с соболезнованиями после его смерти. Судебное разбирательство. После смерти Хадсона его бывший любовник Марк Кристиан подал в суд на основании умышленного причинения эмоционального страдания, претендуя на имущество кинозвезды. Кристиан утверждал, что Хадсон продолжал вступать с ним в интимные отношения до февраля 1985 года, более чем через 8 месяцев после того, как узнал, что у него СПИД. Хотя тесты самого Марка были отрицательными, он утверждал, что страдал от серьезного эмоционального расстройства после того, как узнал из выпуска новостей от 25 июля 1985 года, что у Рока диагностирована неизлечимая болезнь. Также он подал в суд на личного секретаря Хадсона Марка Миллера на 10 миллионов долларов, поскольку тот якобы солгал ему о состоянии здоровья актера. В 1989 году присяжные присудили Кристиану компенсацию в размере более 21 миллиона долларов, которая впоследствии была уменьшена до 5,5 миллионов. Позже Кристиан попытался восстановить репутацию Хадсона, который не сообщил ему о своей смертельной болезни. «Нельзя одним действием перечеркнуть всю жизнь человека. Это был совершенно нехарактерный для него поступок», — заявил он в интервью.
В 1990 году Том Кларк в книге «Рок Хадсон, мой друг» выдвинул предположение, что Хадсон заразился ВИЧ в результате переливания крови во время операции по шунтированию сердца в 1981 году. Также он охарактеризовал Кристиана как человека с сомнительной репутацией. Кристиан подал иск о клевете на автора и издателей книги на сумму 22 миллиона долларов и назвал Кларка преступником, вором, нечистым человеком, шантажистом, вымогателем, фальсификатором и лжесвидетелем. Влияние на общество. Незадолго до смерти Хадсон отправил на мероприятие по сбору средств на борьбу со СПИДом записку. «Я не рад, что болен СПИДом, но если это поможет другим, я по крайней мере буду знать, что мое собственное несчастье принесло какую-то пользу другим». Хадсон стал одной из первых знаменитостей, у которых был диагностирован СПИД и умерших от осложнений, вызванных этой болезнью. Его смерть заставила общество по-новому взглянуть на тех, кто болел этим недугом. Рок был любимым многим актером и не воспринимался как сексуальный извращенец, как большинство других геев и бисексуалов того времени. Актриса Морган Фрейчайлд заявила, что смерть Рока Хадсона дала СПИДу новое лицо. В память об актере были собраны миллионы долларов, которые пошли на исследование болезни и продвинули методы лечения вперед. В декабре 1985 года, спустя два месяца после ухода Хадсона из жизни, в журнале People писали: «С тех пор, как Хадсон сделал свое заявление, более 1,8 миллиона долларов было собрано в виде частных пожертвований для поддержки и исследований в области СПИДа и ухода за больными». Через несколько дней после смерти актера Конгресс выделил 221 миллион долларов на разработку лекарства от СПИДа. Прямо перед своей смертью Хадсон первым сделал пожертвование в фонд исследований СПИДа, который сейчас является одной из ведущих организаций по анализу и борьбе с ВИЧ-СПИДом в мире. В последние годы жизни Хадсон боролся не только со смертельной болезнью, но и с давлением и преследованием СМИ, осуждениями общественности. Мы только можем представить, что чувствовал актер, когда его роли отдавали другим, а персонажей вычеркивали из фильмов только потому, что болезнь отнимала его силы, речь и ранее привлекательную внешность. Хоть жизнь Рока Хадсона была полна мрачными тайнами, его до сих пор считают одним из выдающихся голливудских актеров. Это говорит лишь о том, что Рок был действительно талантливым человеком, который добился таких высот благодаря внутренней силе и упорству. Жаль, что в то время медицина была развита не столь высоко, как в наше время, и такую яркую звезду, как Рок Хадсон, забрала болезнь, против которой не было лекарства. Как вы думаете, почему имя Рока Хадсона сейчас почти не упоминается, в отличие от других знаменитостей того времени? Действительно ли в обществе осталось предубеждение против людей, умерших от СПИДа? Своим мнением делитесь в комментариях, но перед этим не забудьте подписаться на канал и поставить ролику лайк, чтобы не пропустить новые сюжеты. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!